Вообще, почему это назвали ругательством? Что? Что? Ругательство. Почему слово ругательство? Если человек идет и с улыбкой говорит, вот же погодка, а. Это что, он ругался? И как нет? Это восхитительство. Восхищение, восхитительство. Слово, я говорю, восхищательство. Эти капли ничего не помогли мне. Да потому что... Она, которая с настоя делала, я нос прокапал, у меня... Эми, сопляжусь завелся. Оно течет и течет, течет и течет. Это на рыбалку мы ходили. Надо волосатый камень приложить. Да, так где возьмешь? У нас был волосатый камень, рот один, вот такие вот жабы все волосы сгрызли, состригли. А он... Парикмахерши хули. А он когда без волос, так и он это как его? И он не помогает. А снова настойку, я пошел потом к бабе. Она дробила мне настойку, она свеклу берет. И туда еще каких-то дохлых мух трот от насморка. Так я чихал. И он меня будь здоров. Чихал я на твой насморк, мы вообще про что говорим. Он будь здоров стал. Будь хоть. Здоров. Вы про что сейчас говорили? А меня не волнуй, про что ты говорил. Ну это дай мне. Мне свои волнуй. Есть, может быть, темы, которые... Про капли, я про не собираюсь с тобой их обсуждать все время. Ну, расскажи про то, как ты все это... Тышу, как я у тышу выиграл у тебя. Когда ты мне отдашь? Это не надо. Ну, так по носику или по мизинчику тебе колода? Вот и заткнись. Вот это, знаете что, ребята? Смотрите, ругательство это не обязательно маты. Вот я хочу сказать, если ты с улыбкой и без сати, лучше, спокойно кстати, сказал лучше, человеку, кстати, матом. Да, чем, вот знаете, есть люди, как говорят, особенно иногда нам, врачи, оно ругается, что я все время... И он их там жрет. Пошел вон! А куда мне на карбролин кидать? Я потом выплю. Выплевываю. Физиологию нельзя касаться, кстати. Ты знаешь, что нельзя всю подноготную выносить. Если на твоей ногу. Физиологии не касаться... Нельзя то... подноготную выдавать за ноготную. Ага. Потому что если я тоже... Нельзя так рассказывать. У человека должен быть свой интимный дневник. Дневничок, да. А я вот и боюсь, что дневничок интимный, потому что этот подглядывает любит очень за интимными делами. Ну, я себе даже на шампунь. То он и интимный. Купил себе шампунь интимный, и он ему собака голову моет. Ну что это за интим? Я понимаю, что может... Кстати, голова лучше думать стала. Я понимаю, что его голова, может, и зона такая. Рогенная. Криогенная. Криогенная зона. Если голову заморозить, она будет криогенной зоной. Это но недолго. А что знаете, что сейчас замораживает? Замораживает целиком и замораживает какую, по частям. Какую часть хочешь? Хочешь? Ты бы какую заморозил? Я бы пяточку. Какую пяточку? Не, если так, вот если а так. А тебя сейчас не так поймут, потому что ты знаешь сленг. Если так. Что это за пяточка? А, ты если бы хилесом был. Вот хилесом надо было пяточку заморозить. А ампатентом можно эти свои... Тоже заморозить. А кому оно надо разморозить, а там патенты сплошные. Кому оно надо? А можно наушники. Только ливер из них сделают и все. Консервы собачьи, граф из них сделают и все. Ребята, главное не как ругаться, а главное, что это с нитры. Вот скажите, момент... чтоб ты сдох. Это ж хуже, чем... Да, ты... да. Ну, это хуже. Лучше так скажи мне. Или чем будь ты проклят. Да. Как нас учительница одна нам пишет, что письма выговорит зло, будьте вы прокляты. А я, говорит, вас предаю какой-то анафеме. Она нам уже предает. Ну. Говно ты. И что? Ну. Я понимаю, знаете, вот был день учителя, и я хочу сказать, мы цветы Юрине Ивановне отнесли. И на могилку хомячку, отнесли, да. И директору школы подарили числи китайских калькуляторов. Вот. 7 мелодий целых было там. Когда батарейка была. Главное, батарейку не купить у нас нигде. Нигде. Так он их сервант поставил. Сервант, они красиво, что он смотрится, и что перед ними лупой, а они стали такими его... Выпуклыми. Выпуклыми, да. Как картина. Вот. Вот. И, значит, ругаться можно так. Пошел ты. Просто это со слова. Это их...
Да. Ветер. Собака гавкает. Есть, знаете, ходит, посмотрит про тебя и что-то пробормочет. Не, вы учтите, что если вы так ругаетесь, это к вам все вернется. А оно же зеркало. Так. Вон, телевизор, это... Оно вот такое выпуклое. Если может... чего не нравится, вы из розеточки. Ты услышишь телевизор и посмотри в него, напротив окна, сядь особенно. Там все твои силуэты видно. Ну, на оно... кого ты ругаешься, оно, да? Оно туда-сюда. Помнишь, мы еще кино следили по этому? По личикам. Видок называется. Там такой видок был, и он тоже ходил такой... Мне больше видок... Шабля. Мне больше видок у бабской бани нравится, когда в дырку. Ну, тебе разные... Причем ты впервые... Бивитири. Мне этот сдавал химчистку я эту шляпу. Потому что я понимаю, что это ручная работа, думаю, самому стирать хоть можно порвать вешать раритет. Но сдал туда собаки. Они вернули, и уже узор у меня уже стал. Перебитый узор. Они там, наверное, ну, как номера на машинах. Копирки делали. Как номера на машинах перебивают, что я вот перебитый. Они мне какой-то узор перебили. Там химчистка, потому что это самые закрытые унитарные предприятия. Ну. Их не проследишь. Хоть ЗАО, хоть ОВО. Вот. И там, я считаю так. Если ты весело, так сказать, ради красного слота ругаешься, то это хорошо. Ругайся на здоровье. Пускай да. Хоть все матерятся. Нам все равно, даже пускай президенты или певцы. Не, ну иногда надо, иногда не понимаешь. Это, ну, выплеснуть. Да, выплеснуть. Это, более, а когда ты с умыслом, да, словно... есть слова хуже намного, да? Иди ты у болота. Да, или у баню. Ну. Не, ну вообще, саки. Говорят, ну, я не знаю даже, слова не поворачиваются, мне сказать. Они вроде не матерные, но они гадкие. Гадкие и очень недобрые. Не, матерные тоже они будут. А матерные веселые. Что у них? Ну да. Только, ну да. Не, конечно, не то, что с утра до ночи. Ну, ну иногда. Можно и загнуть когда-нибудь. Не, ну только взрослым, конечно. Ну. Детям нельзя. Дети, когда вырастут, то тоже иногда можно, наверное. Не. Ну, по желанию. По желанию.